19 февраля 17 год, Харьков, 10:29 по Киеву. Памятник Ленина убрали, но сейчас хотят здесь поставить такое одоробло. Если кто не в курсе, харьковчане. 86 метров стелу, хотят сюда влепить колонну. Как бы представляет себе кто-нибудь, что такое 86 метров? Ну, это как 3 девятиэтажки, поставленные на попа. Причем в данном случае поп может оказаться лицом физическим, потому что это одоробло еще и с крестом будет. 86 метров. Ну, это вот Газпром, плюс еще сверху Газпром, и еще сверху будет этот самый крест торчать. Конечно, я просто не представляю, насколько это... Не знаю, видно, не видно. Вот такая штукенция. Но только 86 метров высотой. С крыльями Моспоса. Моспоса. Не вполне понятно, он вообще летает. Или если он даже настолько плохо ходит, что с посохом. Вот это ничего не напоминает. Это возле Зимнего дворца в Питере, по-моему, да? Александровский, по-моему, Александрийский. Александрийского столпа. Вознесся выше он головой непокорный Александрийского столпа. Ну, блин, в плагиате, конечно, никого не стоит обвинять. Просто надо попытаться найти 10 отличий. Это то, что у нас собирается в Харькове делать, а это то, что стоит в Питере. Ну, вообще, не знаю. Главный архитектор, один из авторов этого памятника, может, этим все объясняется. Но эту хрень, я не знаю. Будет нехорошо, если попытаются здесь поставить. То есть все не поставят, но даже попытка может обернуться нехорошо. 86 метров, матерь божья, ну ладно.